qo'llasin, qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bo'ladi, voyoki bilmasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa gar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stginam ba'zilar shundayin pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni düşman tortib olmasın. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganiga. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Подожди. А муж говорит, накрой ноги одеялом, чтобы не замерзли. Еще простынет. Отлично. Отец? Да. Пришел человек от Кадыра. А что ему нужно? Не знаю. Вас спрашивает. Хочет меня видеть. Впусти. Хорошо. Проходи. Проходите, проходите. Достон, сейчас не время. Иди, работай, ладно? Иди. Достон. Хорошо, иди. Пап. Почему не уходишь?
Мы ничего не сделаем, зная о том, что скачки ведутся нечестно? Хватит, Бабур. Почему, папа? До сих пор этот негодяй будет смеяться над вами. Сколько вы собираетесь молчать? Это ведь не в первый раз. Сколько еще можно бояться? Бабур, я не боюсь этого Азамата. Он подонок. Все делает из-под тишка. Я боюсь, что если я пойду ему напротив, то он может навредить моей семье. Нет, папа. Пусть все молчат, но я не могу сидеть сложа руки. Я не могу смотреть на то, как вы переживаете. Бабур, потерпи. Бог все видит, кто прав и кто не прав. Он еще за все ответит. Всему свое время. Теперь иди домой. А вы не пойдете? Попозже пойду. Ладно. Короче, если хочешь добиться успехов, ты должен пройти через многое. Отец, вон тот ненормально пришел. Какой? Ваш ученик, которого посадили. Странный день какой-то. Принимаю только ненормальных. О, здравствуйте, учитель. А, как вы? Кто? Пусть у всех все будет хорошо. Зачем пришел? Как только я вышел из тюрьмы, первым делом я пошел не к маме, а к вам, учитель. Я так соскучился по вам. Скажи, чему я тебя учил как наставник? И что ты научился, будучи моим учеником, а? Учитель, вы научили меня жизненной школе. Вы обещали освободить меня из тюрьмы. Вот прошло 5 лет. А от вас ни слуху не было. Неблагодарный. Ты должен был сидеть 25 лет. А тебя ведь через 5 лет освободили. Неблагодарный. Почему вы так говорите, учитель? Тебе напомнить? Что было, то было. Вот и отсидел я 5 лет. Я на свободе. И это благодаря вам, учитель. И зачем ты пришел? Знаете, я хочу купить коня. Ты разве в состоянии купить коня? Есть один конь. Вот-вот. Я как раз об этом. Знаю, вам не понравился мой визит. Лучше будет, если я уйду. Какой ты догадливый. Иди теперь навести свою мать. Завтра придешь и поговоришь с Акмалем. Аминь. Удачи вам. До скорой встречи. Почему жизнь такая? Почему люди так изменились?
До сих пор я никому не вредил. Старался помочь. Никого не обкрадывал. Я старался жить честно и правильно. Никого не обманывал. Не предавал тех, кто доверял мне. Чтобы достичь всего, я работал днями и ночами. Но почему-то многие не понимали меня. Они постоянно пытались преградить мой путь и сломить меня. Наверное, из-за того, что я когда-то совершил ошибку или нагрешил. Мне сейчас чего-то не хватает. А чего не хватает? Удачи. Нет, не говори так. Это испытание, посланное тебе Богом. Бог любит испытывать сильных. Послень. Ты не переживай, сынок. Все это обязательно пройдет. Знаешь, это все к лучшему. Вот увидишь. Ты ведь прошел через столько преград. Я верю, ты и через это пройдешь. Бог тебе поможет. Сыночек, если не в этот, так в другой раз удача будет на твоей стороне. Я постоянно молюсь за тебя. Бог не оставит материнскую мольбу без ответа. Ну как, дочка, не скучаете? Да, вот сидим. Какие новости? Сегодня в нашем доме траур. Почему? Конь отца проиграл на скачках. Так ему и надо. Подумаешь, проиграл. Из-за этого траур? Да. Не говорите. Все молчат, говорить боятся. А сам он заперся в своей комнате. И не выходит даже. Странный. И где теперь его вторая жена? А дети? Где они все? Мамочка, разве дети примут его вторую жену? Они ведь все против нее. Серьезно? Ну, конечно, мам. Разве она будет им как родная мать? Да-да, ты права. Да. Значит, такие дела, доченька. Очень интересно. Да, мамочка. Нафиса. Иду, мам, перезвоню ей. Ну, ладно. Да, милый? Иди сюда. Сейчас. Что-то случилось? С кем ты говорила? С мамой. Она вам привет передавала. Спасибо. Мама-то привет передала. А ты ей что сказала? Ну, что я могла ей сказать? Я просто проведала ее. Точно? Ну да, да, а что? Слушай. Не путай игру с трауром, поняла? Да. Мафтуна, доченька? Да, папа. Почему-то Фирузы не видно. Она в порядке? Да. Она на учебе. Привет от меня передавай. Хорошо. Ну, давайте. Попили, поели, а теперь все по своим делам. Дай Бог, чтобы все были здоровы. Удачи всем. Аллаху акбар. Удачи. Всего хорошего, папочка. Спасибо. Оставь, невестка сама уберет. Идем, я тебя до учебы подброшу. Пока, папа. Ладно, доча. Счастливого пути. Хорошо.
Кадыр-хан, сын конюха. Молитва матери. Одна из величайших молитв. Алло. А, как ты? В конюшнях все спокойно? Корм привезли? Сколько тонн? Да, завтра поеду и сам посмотрю. Ладно, не уставайте. Следите за лошадьми. Ладно. Дорогой, горячего чая выпейте. Соседка Саида, знаете, она выходила к нам. У нее есть племянник. Ну? Он работал за границей, и его обманули. Бедный столько трудностей пережил. Поэтому она попросила, чтобы вы нашли ему подходящую работу. Ведь у вас много знакомых. Что скажете? Поможем, дорогой? Что? Я что, обязан помогать всем нуждающимся? Да нет, просто будет хорошо, если вы поможете соседке. Как раз у нас прислуги нет сейчас. Нужен кто-нибудь, который хотя бы по дому бы нам помогал. Не знаю. Сама знаешь. Поговори. Если понравится, позови его. Хорошо. Стой. Да. Будешь головой отвечать, если замечу что-то неладное. Хорошо. Поняла? Хорошо. Ублюдок. Алло. Заходи. Все хорошо. Я еще за все им отомщу. Они обидели мою маму. Ты опять за свое? Пошли играть. Все же играют. Сама играй. А если они будут ругаться со мной? А что, если они меня обидят? Я никому не дам тебя обидеть. Как дела? Хорошо.
Смотрите, какая красивая природа, да? Угу, да. Вы помните нашу первую встречу? Мы встретились именно здесь. Да, помню. Камрон, с вами все в порядке? Уже 3 дня, как без настроения. Все в порядке, дорогая. Вы лжете. Что-то точно произошло. Все те же дела. Проблемы еще не закончились. Да, могли бы уже решить наконец. И вы еще думаете об этом. Нужно раскошелиться немного. Я вам деньги принесла. Сколько раз тебе можно говорить? Я не могу взять денег у девушки. Ну, Камрон, что случится, если возьмете? Ты откуда взяла деньги? Из дома. Это плохо брать деньги без спроса. Нет, не без спроса. Я у отца спросила. Сказала, что у моей подруги день рождения, и он мне дал. А что? Слушай меня. Возьми и верни их отцу. Больше никогда так не делай, понятно? Я же все делаю ради вас. Что в этом плохого? Ладно. Уговорила. Деньги я возьму. Но впредь обещай не обманывать. Хорошо. Хорошо? Угу. Пошли гулять. Будем что-нибудь есть? Официант? Понятно. Ассаламу алейкум, добро пожаловать. Ва алейкум ассалам. Что будете заказывать? Что будем заказывать? Закажи то, что тебе нравится. Нам оливье, пожалуйста. Хорошо. Мужской каприз. Угу. И еще воду принесите. Только без газа. Еще. Этого хватит? Да, хватит. И черный чай с лимоном. Хорошо. Зарнигор, как у тебя дела? Нормально. Чем ты вообще занимаешься? Я открыла фирму. Недвижимость. Квартиры, машины. Этим я и занимаюсь. Дела у меня неплохи. А муж твой чем занимается? Сам ты что делаешь? Я работаю менеджером у одного хорошего человека. У него есть ферма с лошадьми. Да. Угу. О, твоя мечта сбылась, да? Ты же знаешь. У меня есть жажда на одного человека, Зарнигор. Он причинил мне очень-очень много зла. Поэтому ты должна мне помочь. А чем же я могу помочь? Значит так, есть человек по имени Азамат. Ты пойдешь к нему. Войдешь в его доверие. Хорошенько изучишь все его семейные дела, потом потихоньку будешь об этом рассказывать мне. Мы должны обанкротить его. Только надо быть осторожным. Я согласна. Только деньги потом поделим. Ты вообще изменилась. Я вынуждена. Жизнь меняет все. Я соглашусь только потому, что люблю тебя, а то бы не согласилась. Я согласен. Благодарю.
Можно войти, дядя? Да, Бахрам. Заходи, заходи. Присаживайся. Какие новости? Как ты? У меня все хорошо. У нас занятия с ребятами. Готовимся к следующим соревнованиям. И как все проходит? Слава богу, все хорошо. Дядя, я сам за всем присматриваю. Отлично. Готовьтесь хорошенько, чтобы не было проблем, как в прошлый раз. В этот раз мы обязательно должны победить. Дядя, даст бог, обязательно выиграем. Дай бог. А, кстати, и Кром есть же? Он заранее просит свою зарплату за 2-3 месяца. И вот мы думаем, дать ему заранее или нет. А вы что скажете, дядя? Какой? Это наш Кром? Да, тот самый. Зачем ему деньги? На семейные нужды немного денег понадобилось. Хочет купить кое-что. А ты что скажешь? Ну, я не знаю. Как посчитаете нужным? В принципе, этот парень неплохо работает, да? Да, нормально. Ладно, дай ему денег. Вроде бы неплохой он парень. Хорошо, дядя. Я вам больше не нужен? Можешь идти. Тогда я пошел. Ассаламу алейкум. Как ты? Зачем вы меня позвали? У меня к тебе дело. Хочешь перекусить? Нет, спасибо, я не голодна. Ты изменилась в мое отсутствие. Ты же знаешь. Видимо, у тебя появились богатенькие друзья. И ведешь ты себя как-то по-другому. Как? По-другому как-то. Хорошо же, когда человек меняется. Меняться – это хорошо. Но не надо забывать тех, кто помог тебе в этом. Да, вы правы. Не льстите. Короче. Все-таки зачем вы меня позвали? Я купил коня. Коня? Что мы с ним будем делать? Резать его не будем. Продадим. Есть хороший план. Какой план? Я много очень потратил, чтобы купить этого коня. Мы должны найти состоятельных людей и продать коня вдвое дороже. Ты ведь знаешь, богачи в этом не очень хорошо разбираются. У меня есть хороший знакомый. У него море денег. Ты должна обмануть его. Сможешь это сделать? Ты что, забыла, чему я тебя учил? Если хочешь, я найду другую. Кто он? Чем занимается? Все данные я отправлю тебе на телефон. Хорошо. Это предоставьте мне. У меня много дел, я пошла. Всего Может, хорошего. Перекусишь? Нет, спасибо. Ничего не хочу. Пока, до встречи. Окей. Увидимся. Сегодня много дел? Да, а что? Просто спросил. Уже вот 3-4 дня мы нормально не отдыхаем. Нашли бы хорошее местечко, посидели бы, отдохнули бы, как нормальные люди. Работа никогда не закончится. Ради себя тоже жить нужно. Ведь столько дел мы уже начали. Магазины вовсю работают, денег много –
Репутация тоже неплохая. Работа идет, независимо от того, там ты или нет. Давай оторвемся хорошенько. Такая возможность не всегда бывает. Верно, Тохир? Ну, говори же. Лучше пусть он сам контролирует. Эй. Да откуда ты знаешь? Спортсмен. Ты все равно еще молодое. Ты тренируйся, занимайся давай. И не вмешивайся в дела старших. Угу. Вы правы. Деньги есть. И у отца они есть. Тогда вечерком найдем хорошее местечко и посидим. Хорошо? Решили. Можно войти? Бог вам помощь. Заходи, друг. Заходи, Камрон. Вот я принес свой долг. Вот. Прекрасно. Первый раз ты вовремя принес. Ты же знаешь, я человек слова. Присаживайся. Нет, я тороплюсь. Тогда сегодня вечером мы собираемся. Если хочешь, Тахир привезет тебя. Там и решим наш вопрос. Ладно, как скажешь. Тогда до встречи. Передавай всем привет. Ладно, пока. И это твой друг, да? Да. Мы выросли вместе. Я никак не пойму твоего друга. Все ходит и ходит без толку. Вот смотри, ты чем занимаешься? Миллиарды у тебя на руках. А у него ни шиша в кармане. А кем он станет в будущем, если будет так ходить? Человек же должен чем-нибудь заниматься. Он бы знал, если его семейное положение было как у меня. Знал бы, чем заняться. Вы идите пока, место договоритесь. Все, ладно, пошли. Угу. Добро? Тебя забрать? Ты за Камроном еще. Окей. Ладно, пока. Кстати, папа, я выгнал тех парней, а вместо них взял других. Они надежные. Ты их проверил? Да, проверил. Эти парни мои знакомые. Им можно доверять. Я не пощажу их, если замечу что-то неладное в их поведении. Пап, я же знаю. Знаете, папа, оказывается, Кадырхан открывает амбар для корма. Ну и что? Он хочет открыть амбар и обанкротить нас, лишь бы он не заманил всех наших клиентов. Эй, зять, ты что, как баба, сплетничаешь? Тебе нечем заняться, что ли? Да нет, я просто так сказал. Комар жужжит, но как скорпион не может ужалить. Не забывай это. Ты лучше проведай парня, которого мы отправили к Кадыру. Чем он там занимается? Хорошо. Понял. Иди. Алло.
Мы должны встретиться сегодня вечером. Понятно? Здравствуйте, мама, как вы? У вас все в порядке? Вы не в настроении? Из-за этого переживаете, да? Да заплачу я. Откуда заплатишь? Из каких денег заплатишь? У нас и так полно долгов. Сегодня я виделся с другом Давроном. Он поговорит со своим отцом. У его отца есть большая фирма. Я хочу туда устроиться. Даст Бог, все у нас будет хорошо. Ты бы лучше с отцом работал, чем просить у других. Ведь готовая работа есть. О чем ты думаешь? Ну, мам, вы же знаете, мне не нравится такая работа. Я должен учиться, работать на хорошей работе. Они очень влиятельные люди. У них очень много хороших знакомых. Нужно же о будущем думать, мам. Знаешь, я не понимаю этого Даврона. Поменьше встречайся со своими друзьями. Я хочу жить спокойно. Хорошо, мама. А где папа? На заднем дворе. Как вы, дядя? О, заходи, Бахман. О, очень красивые лошади, да? Не говори. Я бы хотел заняться разведением этих лошадей. Что скажете? Как раз я тоже об этом подумал. А что это вдруг? А, кстати, привезли технику, которую мы заказывали. А что, если сразу на новое место установим? Да, туда и повезем. Ты вообще хорошенько проверил, да? Да, дядя, я лично сам все проверял. Сейчас придет Бабур. Ты ему покажи. Пусть тоже научится. Хорошо, хорошо, понял. Даст Бог. Как запустим технику в амбаре, вы с Бабуром будете сами управлять всем. Конечно, дядя. Помогу, как смогу. Тогда разрешите мне пойти на новую точку и начну устанавливать технику. Ладно. Потом все проверите, все. Ладно? Хорошо. Пусть работа заедет. Увидимся, дядя. Пока. Пока. Кто там? Я, сестра. Сейчас. Я иду, иду. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Заходите, пожалуйста. Вам говорили о моем приходе? Да-да, говорили. Заходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Проходите. Хорошо. Как добрались? Хорошо, спасибо. Легко нас нашли. Пожалуйста. Да, спасибо. Mm-hmm.
Проходите. Я так завидую тебе. У тебя есть то, что нет у меня. И что это? Доброта. Внимание родителям. А вон тот конюх-новичок есть же? Кадырхан? Какой еще Кадырхан? Какой Кадырхан? Он конюх Кадыр. Я сам буду увольнять с работы, понял? Понятно? Что ты делаешь? Ты будешь делать любую работу? Да. Hayatta hiç kimse künün kalmasın. Kimlerdir nal biri kesetmaları, koksinge tıkhadap esletmaları. Kimlerdir nal biri kesetmaları, koksinge tıkhadap esletmaları. Sen kim edin diye özletmaları. Hayatta hiç kimge künün kalmasın. Sen kim edin diye özletmaları. Hayatta hiç kimge künün kalmasın. bo'ladi va yoki bilmasa hikmat bo'ladi bandasin bergani minnat bo'ladi hayotda hech kimga kuning qolmasin senga ham baxt kulib boqsa agar asta men odam qilganman deydi bir pasta do'stginam ba'zilar shundayin pasta hayotda hech kimga kuning qolmasin dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p Omadingni dushman tortib olmasin Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob Hayotda hech kimga kuning qolmasin Bandasin qo'llasin yaratganiga O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirga bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin